Всем привет! Сегодня обзор некоторых БАДов с сайта iHerb, которые я заказываю для своих родственников. Соевый лецитин постоянно пьют мои мама и бабушка. Данный фосфолипид очень важен в питании не только взрослых, но и детей. Взрослым он также помогает снизить плохой холестерин при нормальном питании. Также лецитин улучшает работу сердечно-сосудистой и нервных систем. И, конечно же, он важен для здоровья печени и гормональной системы. Строгим вегетарианцам, кстати говоря, следует включать лецитин в меню. На iHerb есть и веганские капсулы, ссылочку на них я оставлю вам в инфобоксе. Не советую вам экономить и брать лецитин в гранулах, потому что пить его очень противно. Думаю, о пользе жирных кислот омега-3 знают все. Это, конечно же, в первую очередь для работы сердечно-сосудистой системы, но и не только. Говорят, гиалуроновая кислота в капсулах не работает, но моя мама пьет ее достаточно часто курсами и пользуется вот этим вот кремом. Ее уже не первый раз спрашивают, какие процедуры она делает у косметолога, но, если честно, у косметолога она ни разу не была. Магний плюс B6 пьет моя мама по рекомендации кардиолога, хотя проблем у нее с сердцем нет, но данный БАД сказывается положительно не только на работе сердца, но и также на поддержании нервной системы. И очень он актуален для женщин в более старшем возрасте. И это, знаете, это единственный БАД с таким хорошим составом на iHerb. Именно магний и B6 совместно в одном комплексе. И это я уже не знаю, какая баночка по счету, показывала уже много раз. Очень рекомендую приглядеться, если вам такое прописывает врач. Кальций и витамин D3 для крепости костей. На самом деле не самый лучший бренд на iHerb. Ищите более... с натуральным составом, в этих есть красители, так что не буду рекомендовать вам именно вот эту вот марку. Один из моих любимых витаминно-минеральных комплексов с сайта iHerb – это мультивитамины от фирмы Deva без бешеных дозировок. Эти, кстати говоря, идут без железа дополнительного, хотя есть там и с железом, это для того, у кого есть какие-то проблемы, то есть вы выбираете индивидуально, нужно вам железо или нет. Мне, например, витамины... в виде таблеток в последнее время не нужны, потому что у меня организм усваивает все хорошо на ура, особенно железо. Селен пьет моя мама по рекомендации эндокринолога, так как у нее есть проблемы с щитовидной железой, и также селен рекомендуется для женщин за 50. Если честно, из еды он усваивается вполне себе хорошо, поэтому дневную норму вы можете запросто получить из вкусного бразильского ореха, вам понадобится всего 3-4 штучки. Ну и последнее, это микс с токоферолами и витамином Е. Это полезные антиоксиданты, но одна не самая такая важная покупка, потому что если рацион ваш содержит полезные растительные жиры, то в принципе беспокоиться вам не о чем. На этом все, я надеюсь, что видео вам понравилось и было чем-то полезно. Если да, то не забудьте мне об этом сообщить. Всем пока-пока!